Коллеги, приветствую. Записываю для вас очередной обзор Bitcoin USDT. Вот также в этом видео разыграем место на обучение в пятидневный интенсив стратегии 80 на 20. Вот давайте вначале рассмотрим Bitcoin. Вот как я писал в посте в Телеграме, да, то, что у нас сейчас самая ближайшая зона поддержки находится вблизи пересечения 50-х уровней коррекции Фибоначчи, часовая, дневная, часовой дневной уровень и 61-й уровень, также часового таймфрейма, часовой сетки Фибоначчи. Вот, плюс здесь дневная трендовая. Вот. Писал пост, когда мы еще была проторговка в районе 11 350 долларов, вот в связи с чем еще были и небольшие пампы альткоинов, там Ripple, там, ну и другие, да, соответственно, дали какой-то рост. Сейчас что-то однозначно там говорить о сезоне альтов рано, ну, то есть какой-то всплеск объемов и какой-то небольшой процент, так сказать, роста, да, который показали альткоины, ну, как бы не говорит о том, что вот сейчас будут иксы. Да, потому что это всплески не единичные, они были раньше, вот, и, в принципе, пока еще, ну, опять же, рано о чем-то заявлять. Мы рассмотрим также альткоины, но уже в следующем видео. Вот. По биткоину мы снова приблизились уже третий раз, да, у нас было вот раз касание, два касания, ну, то есть попытка пробить данную дневную трендовую вверх, которая пока что все еще неудачна, но и покупатель не дает продавцам, так сказать, с легкостью опускать данный инструмент ниже 38 уровня. То есть была проторговка, можно сказать, в отрыве от данного уровня коррекции дневной сетки Фибоначчи, да, и вблизи нулевого уровня уже часовой сетки Фибоначчи. На данный момент очень неплохая возможность достигнуть первую цель по Фибоначчи, это 12600, да, у нас также есть цель 13450, но сейчас говорим именно о первой краткосрочной цели. Вот для этого, опять же, требуется пробить все-таки дневку. Я имею в виду дневную линию, которую мы пока что уже в третий раз не осилили сразу. Да, но шансы, как я и писал в посте, на это есть что в выходные дни, да, что и, соответственно, в будние дни. Вот. Так, далее, ну, сопротивлением на пути к первой нашей, так сказать, цели по именно часовому таймфрейму, основное сопротивление это вблизи 27 уровня расширения и 23 уровня коррекции по дневной Фибоначчи. То есть, это получается вот эта зона. Ну, немного криво, я думаю, ничего страшного. Эта зона получается 12. Ну, 11 990, там 12 100. Вот. Но при этом, если мы вернемся за дневную линию, за дневную трендовую линию, то, соответственно, опять же, вероятность того, что мы достигнем в ближайшее время первую цель, она возрастет в разы. Вот. Давайте надолго затягивать видео не буду. В принципе, я в посте в Телеграм-канале уже, ну, многое описал, да, обозначил и уровни поддержки, и уровни сопротивления. 10400, 10500, да, это как первый манипулятивный, так сказать, ценовой диапазон, куда могут спустить цену. Вот. Но я считаю, что покупатель этого, это может позволить сделать покупатель, но в то же время мы не можем сказать, что это делают именно продавцы. Продавцы в чистом виде, то есть я имею в виду именно шортистов, да, то есть те, кто надеются на то, что будет, так сказать, ну, приличный спуск вниз, да, защищают свои позиции, вот, защищают свои шорт-позиции. Вот поэтому все-таки, ну, действуйте аккуратно, не торгуйте против тренда, приоритет все еще лонг, как и писал, тренд еще не поменялся. Я в любом случае, у меня и пост будет, и видеообзоры будут, да, в любом случае, почему говорю, ну, то есть, не будет такого, что всегда будет лонг. Как только сменится тренд, я в любом случае вас об этом проинформирую. Пока что у нас тренд 100% восходящий. Все, что происходит на дневном таймфрейме сейчас и на более мелких ТФ, это все коррекция, да,
на часовом таймфрейме часовая сетка Fibonacci у нас очень бычья, выше нулевого уровня. То есть у нас коррекция максимально была, вот видите, зелеными стрелочками пометил, максимальная коррекция у нас была в линию 38 уровня с проколами, с заходом в зону 50 уровня коррекции. Ну, то есть не нужно быть специалистом, трейдером, который торгует именно по моей ТС, да, по торговой стратегии, которая основана на истинных трендовых, на сетке Fibonacci с особыми, опять же, настройками, вот, и целями, да, чтобы сделать вывод о том, что сейчас на часовом таймфрейме, да, бычья картина в целом, вот. Давайте перейдем тогда к розыгрышу. Я прошу прощения, у меня голос, наверное, несколько иной будет в видеозаписи, потому что я заболел и немного у меня, так сказать, горло болит, поэтому могу запинаться. Прошу прощения. Так, давайте перейдем тогда к розыгрышу. Вот наш видеоролик. Извините. Вот наш видеоролик, который принимал участие в розыгрыше места на 5-дневный интенсив стратегии 80 на 20. Вот, соответственно, комментарии вы оставляли. В основном все комментарии очень хорошие. Спасибо всем, кто принял участие. Спасибо за отзывы, да. Вот, за лайки. За отсутствие дизлайков тоже большое спасибо. Очень был удивлен. Думал, что у меня как минимум хотя бы один дизлайк. Ну или 5, там 10 будет. Вот. Всех благодарю, всех, кто принял участие. Давайте тогда разыграем. Я это буду делать через обычный... Через обычный поисковик найду рандомайзер комментариев YouTube. Ну, я уже мониторил вот этот, да, я вот первый попавшийся возьму сейчас сайт tate.ru. И вот с помощью этого сайта мы выберем победителя. Выберем победителя среди комментаторов. Так, YouTube видео, ссылка, просят ссылку на видео. Копирую, вставляю. Сейчас я нажму «Поехали», и, соответственно, будет выбран первый попавшийся комментарий. Победителем розыгрыша стал, сложно выиграть, Даник Острейко. Отличный обзор, спасибо за канал. Спасибо за комментарии, вот, просьба к тебе связаться со мной в телеграм-канале, вот ссылка на телеграм-канал, вот ссылка редирект, да, если у тебя не сработает эта ссылка, можешь перейти по данному линку, да, и в профиле, в описании канала будет мой профиль, напиши мне, пожалуйста, вот, напиши мне и... Соответственно, я тебе предоставлю место среди учеников, там, соответственно, либо 6-го потока, либо 7-го. Вот, на выбор. 6-й поток стартует 15 июля. Места все уже забронированы, да. Платно, я имею в виду, осталось только вот для победителя. Вот, ну и также у тебя есть возможность выбрать между 15 и 22 июля. На 22 июля у нас... Все еще есть места, 7 мест. Кто интересуется, также пишите личное сообщение в Телеграме. Вот, подробности, вопросы. Ну, соответственно, все обсудим, все скину. В целом все. Задача данного видеоролика, так сказать, выполнена. Вот. Ребят, мне нужно долечиться. Вот. И, соответственно, уже с понедельника с новыми силами буду записывать, так сказать, более качественные, да, видеообзоры, да, но опять же, когда будет о чем вас проинформировать. Вот, я в любом случае вас буду держать в курсе при любой волатильности биткоина, да, зоны определенно я обозначил, что в этом видеоролике, что в телеграм-канале, вот, поэтому следите, вот, оставляйте комментарии, вот, вопросы задавайте также в личное сообщение, либо в комментариях к видеороликам в YouTube. Всем спасибо, всем пока.